Традиционная июньская всероссийская выставка собак всех пород – главное ежегодное мероприятие Магнитогорского клуба служебного собаководства. Это самая крупная выставка собак, проходящая в нашем городе. В этом году количество участников было особенно велико, потому что в один день организовали сразу несколько выставок. В Магнитку со своими питомцами приехали собаководы из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинской и Оренбургской областей, Башкортостана и даже Казахстана. Всего у нас сегодня было где-то около 1000 собак, потому что выставок было три. Была наша традиционная выставка «Магнитка-2018», была региональная выставка, впервые проводилась у нас, это спорткомитет наш проводил, и монопородная выставка 12 пород. После окончания оценочной части всех выставок, в ходе которых каждая собака получает оценку своего экстерьера экспертам-кинологам, начинается самая зрелищная часть – бест-шоу. Выбираются лучшие собаки всех пород в разных возрастных классах, начиная от трехмесячных щенков и заканчивая ветеранами – собаками старше 8 лет. В настоящее время вы видите ринг лучших юниоров региональной выставки. Третье место – Цвергшпиц. На втором месте – Уи. Кульминация выставки – главный победный ринг бест-шоу, в который выходят лучшие собаки 10 породных групп, получившие в ходе судейской оценки титул «Лучший представитель породы». Из этой десятки выбирается тройка призеров и победитель всей выставки. Представляем вам победную тройку Всероссийской выставки собак «Магнитка-2018». Третье место занял мопс, второе – пес породы вольф-шпиц, ну а победителем выставки «Магнитка-2018» признали собаку очень редкой для нашей страны породы. Ирландский волкодав. Это собака из города Курган, сука 3,5 лет по кличке Золотое руно Урала Евангелина. Выиграть выставку, в которой принимали участие более 500 собак, это звездный час, огромное счастье и праздник для хозяев и хендлеров. Очень шикарная организация, шикарное помещение, атмосфера. От самого момента принятия заявок это настолько было все правильно сделано, удобно для людей. Огромное спасибо двум клубам, которые сделали этот настоящий шикарный праздник. Праздник действительно удался. «Магнитка» славится среди собаководов хорошей организацией выставок, профессиональными экспертами, щедрыми подарками победителям и гостеприимством. Магнитогорск, мой город, на Урале.